Друзья, всем привет! Сегодня мы продолжим разговор на тему пентатоники и вариации ее использования. Те, кто не видел первую часть этого видео, обязательно посмотрите, потому что я не буду возвращаться, скажем так, к теме первой беседы и сразу продолжу. Единственное, о чем напомню, это о том, что мы рассматриваем разные вариации, как нам играть пентатонику не по, скажем так, вертикальным боксам. Да? И сегодня мы рассмотрим несколько вариантов, первый из которых это будет... назовем ее так, горизонтальная пробежка, да, по всем шести струнам. Если в первом видео я приводил примеры игры на двух струнах или на одной струне, то здесь мы затронем все шесть. Потому что, как я и упоминал в первом видео, что я сниму несколько образовательных видео на тему пентатоники, и это будет, как говорится, от меньшего к большему. Опять же, хочется сказать, что суть этих видео не в том, чтобы дать вам конкретные лики, а в том, чтобы показать вариации использования пентатоники, да, потому что, еще раз упомянусь, что пентатоника — 5 нот, да, и еще раз напомню, что мы разговариваем сейчас о минорной пентатонике. В отличие от минорного лада, где у нас 7 нот, как мы разобрались в первом видео, пентатоника состоит из 5. И точно так же я буду называть ее сегодня по ступеням. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Вот, прошу не путать с минорной гаммой, где у нас 7 ступеней. Вот, и... Меньше слов к делу. Значит, идея первая. Как я уже сказал, 6 струн. И, извиняюсь, еще раз напомню, мы продолжаем оставаться в ля-минорной пентатонике. Горизонтальная пробежка. Да, горизонтальный лик, как угодно называйте. Значит, что мы здесь делаем? Давайте сначала вспомним ноты. Ля, первая ступень, до, вторая, ре, третья, ми, четвертая и соль, пятая. Да? И, по сути, мы вокруг этих пяти нот, пяти ступеней и крутимся. Что мы делаем здесь? Скажу сразу, чтобы было понимание, я затрагиваю в этой пробежке сразу несколько боксов. Вне зависимости от того, какое бы видео вы не смотрели, первое, второе, третье или, возможно, будет четвертое на эту тему, всегда возвращайтесь к правилу номер один — знать боксы. Знать боксы пентатоники по всему грифу. И здесь у нас получается раз, два, три, четыре. Четыре бокса. То есть вся эта пробежка от шестой до первой и обратно от первой к шестой проходит через четыре бокса. Давайте быстро их вспомним. Первый бокс, в котором проходит, с которой начинается эта пробежка, он вот он, который. Этот бокс начинается с пятой ступени, с ноты соль. Да, второй бокс от ноты ля. Третий бокс от ноты до. Да, от ноты до. Сорян. И четвертый бокс у нас от ноты ре. Окей,
Но, естественно, я играю не все ноты бокса, да? То есть из первого бокса я взял пятую, первую, вторую, третью, да? Дальше. Из второго бокса я взял вот эти ноты. То есть ре, ми, соль, ля. Вот он. Из следующего бокса у нас получается, что здесь с вами? А, нет, сорян. Во втором боксе у нас еще есть на третьей струне до и ре. То есть из второго бокса вот они ноты. Значит, да, повторяем. Из первого у нас вот эти. Из второго вот эти. Из третьего. Отсюда же. И одна нота из четвертого бокса — это нота ми. Я надеюсь, идея ясна, да, то есть... Вот. Теперь еще одно замечание. Вот даже то, что я сейчас показываю, не старайтесь запомнить это как единственную рабочую схему или единственную рабочую формулу. Старайтесь мыслить шире. То есть понятно, что изучите это, если вам это пока не знакомо. Да, то есть изучите с какой стороны, то есть в каком боксе какие ноты находятся, из какого бокса, это то, о чем я выше сказал, из какого бокса эти ноты, да, чтобы в итоге вы пришли к тому, это основная моя цель, чтобы, находясь в любом участке грифа, вы могли спокойно двигаться вперед, назад, вниз по струнам, вверх по струнам, да, то есть зная, где вы, и понимая, куда вы можете пойти. Вот. И в продолжении к этому, по поводу мыслить шире, постарайтесь... То есть, смотрите, вот так давайте. То есть, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. 15 нот. Это в одну сторону, и 15 в другую, да? Естественно, можно эти 15 нот пробежаться там вниз-вверх. Это не запрещено, да? И может получиться какой-нибудь там крутой легатный лифт. Да? Но делайте из этого какие-то свои лики, свои вертушки. Вот. Прошу прощения за некую сумбурность. Опять же, хочу сказать, что я не подготавливаю ничего. То есть вот в моменте, как все вылетает. Опять же, смысл не в том, чтобы выучить и показать вам какой-то лик, а донести мысль, суть, да? И играете это на двух струнах, на трех там. У нас, по сути, смотрите, что получается. Давайте немножечко глубже в это копнем. У нас получается вот этот, назовем его лик, по всем шести струнам, он состоит из трех октав. Вот она первая. Вторая, повторяющиеся ноты на октаву выше. И еще на одну октаву выше. Да, то есть получается. Да, и здесь, как один из вариантов, можно строить фразы, просто прыгая по октавам. Да?
Если чисто математически, в кавычках, запоминать это, то здесь все очень повторяющееся. Сейчас объясню как. Смотрите. Две ноты, три ноты. Две ноты, три ноты. Две ноты, три ноты. То есть... Опять же, можно умудриться и это сыграть примитивно, если играть это как... Смешно стало. Если играть это как вертикальный бокс. Да? То есть... Да, поэтому то, о чем я говорил в предыдущем видео, используйте слайды, используйте бенды, используйте вибрато, используйте прыжки через октавы, используйте разную ритмику. Опять же, повторюсь, видео по ритмике будет отдельно. Вот. И творите, правил нет. То есть у вас есть инструмент... Я сейчас не про гитару, да, у вас есть инструмент для творчества из разного рода вариаций. Скрещивайте их, играйте их, скажем так, тупо по проходкам. В этом нет ничего страшного, да. Но заставьте вот этот вот орган поработать, заставьте... свой ум немножко напрячься и сделать то, что вы раньше никогда не делали. Да? Вникнуть в это и посоединять. Естественно, используйте, не знаю, переменный штрих, palm mute, используйте легато, стаккато. Да? Это все привносит разнообразие в ноты, которые вы играете. Вот. Надеюсь, с этим понятно. Теперь давайте вот в это, то есть в этот лик, в эту пробежку, как угодно, вот в эту пентатонику, в этой горизонтальной позиции вставим еще одну ноту. Это всем известная блюзовая нота или... Если рассматривать это с позиции минорной гаммы, это пятая пониженная ступень. Да, то есть в данном случае это будет нота ми бемоль. Вот она, наша квинта. Да. И что получается? Получается, что теперь у нас пентатоника с блюзовой нотой. И теперь у нас не 5 нот, а 6. Получается, что пространство для вариаций увеличивается, то есть с 5 до 6 нот. Теперь давайте немножко поподробнее, да, возможно, кто-то это знает, но для тех, кому пока это неизвестно, я немножко подсвечу. У нас получается вот в этой позиции, которую мы выше разобрали, появляется нота ми бемоль. И у нас появляется здесь такой хроматизм от ноты ре до ноты ми, да? Между ними появилась нота. И что у нас теперь, какой лик получается? Две ноты. Четыре. Через октаву. Две ноты. Четыре. Две. Четыре. Thank you.
Не буду много говорить про эту блюзовую ноту. Я хочу, чтобы вы уловили суть, да? То есть используем либо 5 нот, либо 6. Либо в какой-то из октав мы используем эту блюзовую ноту, в какой-то мы ее не используем. Вот. И еще один момент, который я бы хотел сегодня осветить. Я так быстро перескакиваю, потому что, ну, не думаю, что такого рода ролики должны там быть по 20, по 25 минут, да? То есть, как говорится, пытаюсь дать самое главное, чтобы вы с этим потом работали, да? Чтобы вы слишком не залипали на мои слова, ну, которые якобы сверх меры, по моему мнению, да. Поэтому мне кажется, что такой формат гораздо продуктивнее будет. И еще один момент очень интересный. Сейчас пойдем от обратного. То есть сначала мы разобрали... Да? Из 5 нот лик, ну, пентатонику, по сути. Потом мы добавили к этим 5 нотам еще одну блюзовую ноту, то есть 5-ю пониженную, в данном случае ми-бемоль. И у нас появилось 6 нот. А теперь давайте попробуем, вот здесь очень внимательно. Даю один вариант и надеюсь на ваше творческое мышление, чтобы потом вы это развернули и пробовали свои варианты и находили свои краски звучания пентатоники. Давайте попробуем из стандартной пятинотной пентатоники выкинуть одну ноту, одну ступень. Какую? Давайте первую оставим, вторую оставим. А вот третью ступень, в данном случае ноту ре, мы выкинем. И что у нас получится? У нас останется первая ля, вторая до, ре мы выкинули, да? Четвертая ми и пятая соль. Да? И я не зря сейчас именно в этом положении, в этой позиции сыграл, для того, чтобы показать вам сейчас контраст. Контраст, как, за счет чего он достигается? За счет того, что мы знаем все боксы пентатоники. И одни и те же ноты в одном боксе или в одном положении будут так звучать. Ну, в смысле, сами ноты-то останутся теми же самыми, ноты не поменяются. А комбинация нот, да? А в другом положении они будут звучать совсем по-иному. И вот сейчас, внимание, мы с вами что сделали? Выкинули ноту ре, третью ступень пентатоники. И если я сейчас... На примере вот этой пробежки сыграю это без ноты ре. Сами послушайте, что получается. Получается трезвучие аккорда. Но не к этому я клоню. Я сказал, что дам один вариант, ну, дам два, хорошо. Вот это первый, да? То есть мы можем воспринимать это как трезвучие аккорда, да? Это я сейчас на тему широты восприятия. Мы можем воспринимать это как я уже сказал, как трезвучие аккорда.
Оно, в принципе, так и звучит, потому что, по сути, это и есть трезвучие минорного аккорда. А можем воспринимать это как пентатонику без третьей ступени. Но самое главное, к чему я хотел подвести, это я сейчас показал на примере вот этой первой пробежки, да, первого лика, первой позиции, как угодно можете это называть. Смотрите, какой момент. Так, да, вот так сделаем. Да? А, бля, точно. Совсем по-другому звучит, нежели... Да? А ноты те же самые. Естественно, поменена ритмика, поменены местами там порядок нот, но... Вот именно об этом, дорогие друзья, я и хочу вам сказать. О вариациях. Находить их просто так, ну даже не так, не то слово, не просто так, а случайно. Это возможно. Но я все-таки топлю за то, чтобы вы изучали гитарный гриф, изучали боксы, ну, пока мы говорим о минорной пентатонике, поэтому я говорю изучали боксы. Изучали боксы, брали ту информацию, которую я вам даю на вооружение, и старались с ней работать. У каждого это будет получаться по-своему, потому что мы все разные, и мышление у всех разное, там уровень каких-то базовых знаний, или, может быть, уже не базовых, а достаточно серьезных знаний разный, да. И вариации нахождения интересных штук, связанных с пентатоникой на грифе, поверьте мне, он, конечно, не безграничный, но он достаточно большой. А теперь просто немного, как говорится, математики. Вот что мы с вами сегодня рассмотрели? Мы рассмотрели с вами сегодня горизонтальную пентатонику, как мы разобрались, ноты, которые находятся аж в четырех боксах. Да? Второй момент. Мы с вами добавили шестую ноту в пентатонику, то есть блюзовую ноту ми-бемоль, и рассмотрели вариацию из шести нот. Да? И мы выкинули с вами из пентатоники третью ступень. То есть оставили всего 4 ноты, и у нас с вами получилось, на первый взгляд, обычное минорное трезвучие. Да? И я вам показал одну из вариаций с так называемой выкинутой третьей ступенью. Да? Вот. Поэтому... Берите на вооружение это все, переваривайте это все в вашем уме, старайтесь перекладывать это все на инструмент, не бойтесь экспериментировать, правил не существует. Вот просто забудьте о правилах, берите информацию и крутите ее с разных сторон. Находите какие-то свои гармонические решения, находите какой-то свой порядок нот, прыгайте через струны, прыгайте между боксами, комбинируйте между собой то, что вы, скажем так, впитываете с этой информацией, да? То есть, возвращаясь к первому видео, да, такой подыток теперь на два видео, возвращаясь к первому видео, мы рассмотрели с вами горизонтальные проходки, скольжения, лики, как угодно, на двух струнах. Причем на всех парах струн надо это делать. Мы рассмотрели движение вверх-вниз по одной струне. Да? Сегодня мы рассмотрели
горизонтальную проходку сразу через несколько боксов с добавлением шестой ступени, с выкидыванием одной из ступеней. Так вот, вы можете сделать... И придумывайте свои лики сами. Это очень полезно вот для этого органа, как говорится, для мозга. Придумайте свои лики сами. Понятно, что, ну, как любят все говорить, все уже давно придумано. Да понятно, что базовые вещи, они все придуманные. У меня по этому поводу есть свое четко сформировавшееся мнение за годы игры и за годы вот моего опыта. Как бы это сейчас ни прозвучало, но музыка в определенном, ну, в определенном контексте — это математика, да? Ее можно так рассмотреть, потому что там, ну, например, есть аккорды, которые состоят из таких нот, есть там гаммы, которые обыгрывают это, оно состоит из этих нот, там из этих ступеней, можно так. Но творчество, в моем понимании, это то, когда ты берешь вот эти все знания и начинаешь их комбинировать, соединять, грубо говоря, несоединяемое с чьей-то точки зрения, да, то есть вот это творчество, вот. Поэтому призываю вас к творческим действиям, делайте, творите, я с удовольствием буду делиться с вами информацией, как бы для этого я и запустил вот эти образовательные видео, да. Вот, пока у меня есть такой отклик на это, пока есть желание, я буду их делать. Вот, естественно, я, ну, не могу там в одном видео или даже в нескольких видео выложить вам кучу всей информации, потому что, ну, здесь, там и вот здесь у меня ее очень много. Вот, я, как говорится, ну, буду давать вам направление. А вы уже делаете с этим то, что считаете нужным. Но если вы будете чувствовать, что у вас есть там куча вопросов или куча недопониманий, то вы всегда можете записаться ко мне на уроки, где будете четко формулировать свои вопросы, четко ставить задачи, и мы будем с разных углов подходить к этому и, скажем так, прокачивать скилл, да, тот, который, ну, на ваш взгляд, вам сейчас более необходим. Вот. На этом, пожалуй, все, друзья. Это, мне кажется, это было очень, очень информативное видео. Все так же у меня есть к вам всего одна просьба. Это писать комментарии, задавать свои вопросы. И... грубо говоря, не стесняться это делать. И у меня на днях родилась мысль. Вот я, когда сделаю все вот эти видео, да, по именно по пентатонике, я соберу все самые интересные комментарии и вопросы, да. Вот. Вопросы могут быть любые, я же говорю, они могут быть связаны с игрой на гитаре, там, с каким-то оборудованием, там, с маркой гитары, абсолютно любого плана вопросы, которые вас интересуют. Так вот, я соберу самые интересные, на мой взгляд, вопросы и запишу отдельное видео с ответами, да, может быть, с демонстрацией чего-то, все зависит от вопросов. Поэтому не стесняйтесь, пишите, задавайте свои вопросы. И, как говорится, таким образом будем на связи. Все, друзья, с вами был Дмитрий Плотников. До следующего пентатонического видео. Всем пока!